Комсомольский район республики отметил свое 80-летие. День рождения района объединили с праздником песни, труда и спорта «Агатуй». К этому празднику жители района готовились тщательно. Отметить два события в один день – непростая задача. Главное, чтобы было интересно всем. Одна из традиционных площадок объединила мастеров народных промыслов. Здесь же на глазах рождался очередной шедевр. На главной сцене отметили передовиков производства, вручив им государственные, муниципальные и отраслевые награды. Земля Комсомольского района, она очень щедрая, люди очень открытые, искренние и очень трудолюбивые. Низкий вам всем поклон! В числе награжденных представители известны на всю страну фирмы. Ну, предприятие занимается в основном картофелем. Это вот семенной картофель, продовольственный картофель. 750 гектаров ежегодно выращивается. Семенным овсом плотно занимается предприятие. Сейчас вот идет размножение через лабораторию. И я дальше готов уже также трудиться на благо сельского хозяйства. Не остался без внимания и лучший пахарь района. Я с детства работал, со лошадьми работаю я с детства, и сейчас работаю. Мне 75 лет, я еще сейчас работаю бригадиром в колхозе Первомайско-Баттерского района. Комсомольский район был создан 22 февраля 1939 года. 80 лет активно развивался. За это время он объединил почти 60 населенных пунктов и 12 сельских поселений. Среди населения преобладают чуваши, татары, но живут и русские. Прошлое района тесно связано с его настоящим. В этом году выделят более 60 миллионов рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов. В одном из сел построят модульный ФАП. Продолжится газоснабжение индивидуальных жилых домов. Камальдинова приехала на праздник из столицы. Ну, мы даже не знали, что это такой молодой район. Он, оказывается, чуть только старше наших родителей. Вот. Мы тут уже попробовали шикарную сладкую вату, мы попробовали шашлычки. Я, вообще-то, родилась в Сибирском районе, вышла сюда замуж. Но очень нравится этот район мне. Я вообще люблю этот район. Я обратно туда и Брестск не хочу. Молочный завод сейчас развивался. Очень хорошо там работает. И строительство очень хорошее. Это красиво тут. Нам понравился. Очень красиво уж. Мы в Урмаеве живем, в Комсомольском районе. Здесь мы каждый раз приезжаем, нормально, дружно живем. У нас разницы нет. Татар-русские. Всех удачи с праздником. Привет, Чувашия! Гири, армспорт, мини-футбол, дартс, вольная борьба. В этих соревнованиях тоже определились лучшие. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.